транспортный налог в Нижегородской области. Данное взыскание установлено законом Нижегородской области от 28.11.2002 номер 71-З о транспортном налоге. За 2018 года было внесено несколько изменений и правок. Уплачиваться взыскание и авансовая выплата должна самостоятельно в местный бюджет по месту регистрации ТС. Выплаты проводятся после уведомления от налоговых органов и должны быть совершены до 1 декабря года, что следует за минувшим пошлинным периодом. Для организаций – до 15 апреля года, который следует за предыдущим периодом выплат. НКРФ важно. В случае отказа гражданина от обязательных взносов совершается начисление пени, исходя из установленного закона. Налоговые ставки устанавливаются исходя из мощности мотора и разновидности ТС. Расчеты выплат по разным вариантам ТС на 2018 год – легковые автомобили с мощь мотора меньше 45 лошадиных сил – 13.5 рублей, больше 45 литров – до 100 литров, с 22.5 – больше 100 до 150 литров, с 31.5 – более 150 до 200 литров, с 45 – больше 200 до 250 литров, с 75 – больше 250 литров – 150 рублей. Мотороллеры и мотоциклы с мощь двигателя до 20 литров, с 9 – больше 20 до 30 литров, с 18 – больше 35 до 40 литров, с 27 – больше 40 литров, с 50 рублей. Грузовые авто с мощь двигателя до 100 литров, с 22.5 рублей, больше 100 до 150 литров, с 36 – более 150 до 200 литров, с 45 – больше 200 до 250 литров, с 58.5 – больше 250 литров, с 76.5 рублей. Автобусы с мощь двигателя до 200 литров, с 45 рублей, свыше 290 рублей. Транспортно-гусеничном и пневматическом ходу – 25 рублей. Снегоходы до 50 литров, С. 25, свыше 50-50 рублей, водные ТС до 40 литров, с 30, больше 40 до 100 литров, с 50, свыше 100 литров, с 100 рублей, парусно-моторное судно с мощь мотора до 100 литров, с 100 рублей, свыше 100 литров, с 200 рублей, гидроциклы до 100 литров, с 125, больше 100 литров, с 250 рублей, несамоходное судно с валовой вместимостью 100 рублей, воздушные суда на двигателе 125 рублей. Воздушные суда на реактивном двигателе 100 рублей. Иные воздушные и водные ТС, что не имеют двигателя, 1000 рублей. Рассчитать транспортный налог в Нижнем Новгороде можно самостоятельно. Самый простой способ – с помощью калькулятора, умножив мощность двигателя ТС на ставку налога. Транспорт на улицах Нижнего Новгорода, льготы на ТН. Почему и для кого могут отменить налогообложение по ТС? Под данные установления попадают такие категории граждан: лица, имеющие ордена, пенсионеры, вышедшие на пенсию по стажу, герой РФ, отставники, инвалиды ВОВ, скидка 100%, если мощность мотора менее 150 литров. Многодетные семьи, скидка от 50 до 100%, супруги венных, что погибли при исполнении, лица, что участвовали в ликвидации ЧАЕС, государственные учреждения, что обеспечивают социально незащищенные категории граждан. Обратите внимание, государственные служащие не имеют права отказать в регистрации заявления. Самое главное – правильная формулировка целей и оснований для предоставления льгот. Почти ежегодно вносятся незначительные правки по данному типу налогообложения. И сумма выплат существенно не повышается, что не может не радовать. Данные взносы являются обязательными для всех категорий граждан, кроме льготников, ведь в случае неуплаты гражданину будет начислен штраф.